пане, некромаз. И как видите, мы сейчас на Аркадии. В общем, тут под одним моим видео был как бы такой комментарий. Человек спрашивал, что делать вот с такой вещью. Сейчас покажу. Вот видите, прежде снят. В общем, что надо для этого? Во-первых, вот приходите сюда. Это у нас телепорт. Сейчас покажу поближе. Селесте Харбор. То есть порт Селесте. Сюда телепортируйтесь и отсюда видите кафе. Видно. Приходите сюда. И тут стоит вот бармен. С ним говорите. И он вот говорит, что вам типа посылает вас по меточке, куда вам надо. И вы отправляетесь к другому, вот видите, к другому человечку. Я и так знаю, где это. Это Robot Factory. Телепорт, в общем. Там вы можете раскодировать эти карты. Сейчас мы туда отправимся. И я вроде бы как бы собрал все, что надо для этого. И мы попробуем раскодировать эту карту. И я покажу, что вы получите. И для... Вот. Робот Factory. И тут где-то... О, видите, там человечек стоит. Вот. Такой вот броне крутой, да? Ну и сейчас... Вот, видите, он пишет, чего надо. Ну вот, мы сейчас все и сделаем. Так, этих. Этих. И гриппы. И одну штучку, вот эту. Именно этого мяпа самого, да? Вот, видите, все положили. Нажимаем ОК, типа, и получаем вот такую штучку. Вот, смотрите. Вот, получили ключ Салдрашки, Vault Key 4. Вот, видите, он 5 по ТТ. И маркап там у него примерно, по-моему, 2 или 1 пет где-то получается. А, 3 пет. Вот видите, 3 пета. Можете продавать, можете с этой штучкой отправляться в Arcadia Undergrounds. Я, ну, для вас специально покажу, как бы. Это самое, вот, отправляетесь в Arcadia Undergrounds. Я только не буду ее использовать, потому что сейчас я... Вот, значит, заходите в Arcadia Undergrounds. Берете эту штуку, экипируете, как что, да? Нажимаете Е-буковку, и вам на карте появляется специальная отметка, что это самое, где вам, куда вам надо отправиться, и там будет такая дверь, ее откроете, зайдете в специальную пещеру, которую нужно пройти за час. У меня про это есть видео, можете посмотреть, там есть... Найдете и посмотрите, как и что там делается, и поймете. Ну а теперь мы с вами отправляемся назад в саму Аркадию и пойдем с вами майнить. Сначала отправимся в Акос, закупимся. И я, кстати, немножко тут забыл сказать. Немножко приболел я сам, поэтому снимаю без камеры. Также приболел и Ямато. Поэтому мы не сняли наш... Не сделали наш совместный стрим. Потому что Ямато со здоровьем не очень.
И в общем это самое. Сейчас подождите, я положу, чтобы мне не носить то, что не надо. Так. Что ж, будем майнить по нашей супер-дупер системе, чтобы было быстрее. Берем пробок на 95. Вот. Извиняюсь. Так. Мне еще надо чуток и скалочку починить. А то у меня совсем она скоро. Ну, короче, починю так. Починю это полностью. Где наша скалочка? Так. Ну, давайте еще ее починим на 10 лет. Вот. Итого мы добавляем к нашим 95 пробок, добавляем 15 пять, что починили, да? В общем, вот такой заход у нас как бы на 105 пет. Но мы будем не здесь майнить, мы отправимся немножко в другое место. Сейчас. И будем искать только клады сегодня. Отправимся мы вот сюда. Так. Отправимся мы на наш любимый север. Искать будем, как говорил, только клады. У нас 60 забросов. И чё, погнали. Шорян немножко запутался. Бежим дальше. Отправляемся в путешествие по пустыне. Надежды найти нашу все еще не пойманную башенку. Тоже пока как-то не особо падает нам, да? Ну, сами знаете, что первый раз, что... В общем, бежим, пробуем что-то найти. Второй заброс у нас. Вытаскиваем скалочку, бежим дальше. Да. Блин. Извиняюсь, как-то не забросил сейчас. Сорян.
Забросик. Бежим дальше. Заброс. Заброс. Еще заброс. Подобраем Аркадию педали дальше, да. Забросик. Ну, пока, видите сами. Пустышки на пустышках. Всего один клайн. Ну, это может потом уж побольше быть. Заброс. Не раз так было. А может и не быть. Может, все пустую забросаем. А тогда будет весело. Чем дальше. Заброс. Заброс. Забросик. Что-то мне тут уже похоже на Undergrounds. Столько забросов пустых. Заброс. Повторный заброс. Опять пусто. Ищем, как всегда, F105 и скалочкой, да. И сегодня ищем только
вклады. Забрас. Опять заброс. Что-то прокачали. Мы прокачали 6-й левел археологии. Так, бежим дальше. Пока что накопали на 12 лет. Собрался. Бежим дальше. Вызываем демонов отдачи. Да. Заброс. Клайм. Повторный заброс. Еще заброс. Все. Пока что падает один немаркап. Совсем ничего. Тут совсем такие смешные маркапы, там 102-103%. Вообще нет. Ну, они и так в таком состоянии не продаются, вообще-то их переработать надо. Скалочка еще дальше. Раз. Немножко запоздали. Ну что поделаешь.
раз. Упс. Повторный был заброс. Ой, не ту копалку взял. Ну ладно, выкопаем эту. Сейчас отправимся туда, наверное, да? Ой, блин. Нечаянно нажал забросик. Блин, ты чего? Успокойся. Ну вот, два заброса нечаянно. Улетели куда не надо. Ну что поделаешь, минус три педа. Забрасик. Что-то... О, хемсет. Я такого ресурса буду видеть. Ой, ну и поговорил. В общем, первый раз такое выкапываю. Ай. А может и нет. Сейчас посмотрим. Ну, конечно, как всегда, тоже надо переработать. Потом посмотрим. Вроде как бы, вроде по маркапу немножко. Конечно, не бисмут. Забрасик. Бежим дальше. Даже магия не помогает. Опять заброс. Раз. Повторный. Пустой. Скалочку. Ой. Дальше.
Собрась. Повторный. Таскаем скалочку, бежим дальше. Сейчас забрас. Сейчас забрас. Пишем дальше. Пустышка. Заброс. Пустышка. Заброс. Повторный. Пусто. Дальше ищем клады. До 10 будем так бежать, потом опять повернемся. Забрас.
еще один забросили. Раз. Повторный. Сейчас будем бежать вот так на юг. У нас осталось 9 бросков. Бросик. Повторный. Опять пустой. Опять кажется, я натворил чудес. И что ж за день такой? Уже 4,5 еда от себя в минус. Хотя, сами знаете, все минуса складываются, потом превращаются во что? Полеоз. Так, я опять засмотрелся куда-то. Забрас. Забрас. Седьмой клайный был. Два клаймика, седьмой и шестой. Но этого мало. И пока что вообще ничего маркапного. Вот только это, не знаю. Что? Три бросочка. Принесут ли они хо или башенку? Как вы думаете? Энтропия любит такие фокусики выкидывать. We'll be right back.
Раз. Ну что, осталась одна бровочка, да? Забрас. Пусто. Ну что ж, теперь я вас выключу. Отправлюсь на пункт, как я говорю, сбора. И там мы с вами опять встретимся. Ну вот, бежим к третьему терминалу. Сел типа, да? Ой, что-то он не тащится. Ну и вот. У нас минус, получается, со всеми починками, минус 35 пет, да? И 90 пет от это чисто по ресурсам, по забросам. Так, сейчас мы попробуем это переработать в хемсет. Что-то там, биндинг эпокси. Потому что все вот это не маркап. Ну вот, смотри. Ну вот тоже 103%, разве это маркап? И это все от похожим дух. Я даже не буду перерабатывать эту тупость. Что ж, спасибо всем за внимание, спасибо, что смотрели. К сожалению, вот в таком виде все. Встретимся на новых видео. Спасибо за лайки, дизлайки, за подписочки. А всем вам не болеть, как можно крепче здоровечка и как можно больше удачки. Пока-пока, до новых встреч.